Не знаю, может, подымут. Надо изучить ситуацию до конца же, пока неизвестно, сколько там конкретно. Рынок определит цены, а потом действия какие будут, наверное, будем свои предложения какие-то вносить в этом плане. Нет, я считаю, что транспортный налог оплачивают, потому что это все-таки это и содержание дорог нашей страны. Вы сами понимаете, что у нас очень большая территория страны, поэтому то есть я думаю, что транспортный налог мы должны платить как граждане. Возможно, как одна из мер, но должны проверить, посчитать и принять решение, я думаю. Возможно, это справедливо. Енді оның қазы мен бірден жауап бере алмаймын. Кеше ғана енді бензин бағасы көтерілді, оның не үшін екенін бәрін сіздерге айтты. Бірақ сұрағыңыз орынды, ол сұрақты ақылдасып, жалғыз жылын шешермейм ғой. Себебі министрліктер бар, депутаттар бар. Бірақ бұл сұрақты ескереміз. Вопрос на самом деле сложный на сегодняшний день. Да? Отмена транспортного налога сама по себе, она проблему не решает. Единственный логический способ эту ситуацию решить – это повышение доходов населения. А на сегодняшний день это, безусловно, очень болезненная мера. И то, что обязательно повлияет на инфляцию, и то, что обязательно повлияет на снижение уровня жизни населения – это безусловно. Этот вопрос вообще звучит не первый раз. И, ну, отменить полностью, наверное, это неправильно, потому что повышение цен, оно, как правило, сезонное. Если вы обратите внимание, каждый год в это время происходит скачок цен у нас. Поэтому вот сразу вот так отменять другой налог, наверное, это будет неправильно. Налога на транспорт нет. Такого намерения пока нет. Вот, нужно бояться не больших цен, а низких доходов. Нужно ориентировать правительство на то, чтобы у казахстанцев были большие, ну, доходы росли.